Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 13-го каталога Фаберлик. Здесь много интересных новинок, итак, поехали. Новая коллекция одежды бурматиков, и здесь уже есть на что посмотреть. У нас есть отдельный каталог бурматиков, его можно, кстати, заказать в личном кабинете, где полный ассортимент, также можно ознакомиться на сайте. Много кардиганчиков интересных, да, цены, конечно, совсем не бюджетные. Но вот, допустим, вот такие вот кардиганы, они практически везде так и стоят. Ну, плюс скидка консультанта еще, я имею в виду, да. Есть на что посмотреть, уже как-то вот, ну, поинтересней стали коллекции одежды. Фаберлик Лайк еще работает. Теперь у нас сим-карты Мегафон еще, кстати, можно приобрести с интересными предложениями. Ренаты с ароматами. Уже нам надо с вами запасаться осенними ароматами. Жара везде спадает. Да, на осень уже я люблю, например, не знаю, как вы, что-то более терпкое. Вот Рената красная подходит, зеленая, мне кажется, больше весна-лето. Платину, Пондор, это тоже более летний такой аромат, весенний-летний даже бы я сказала. У Виолетты вот прям на зиму, мне кажется. Мурмур мне почему-то на себе приятно ощущать в любое время года. Он приятный, он не приторный, совсем не давит. Ароматов много, цены на них вкусные. И малышки можно взять за 299 рублей. Классный ассортимент. Поддор, Бомонд, Каприз, бьюти-кафе, да? Так, и мужские. Парочка. Инкогнито, классный аромат. У меня свекровь всегда берет себе белый. Она очень любит его. Но это тоже по 3 флакон. Приятно, что Фаберлик теперь делает нам такие странички, где можно хотя бы иногда познакомиться с ароматами, да? По поводу Доктор Кор, конкретно против пигментации крем, да, для лица, рук и тела. Я вам уже говорила, на мне он не очень работает, но, скорее всего, он не работает с гормональными, да, моими пигментными пятнами. Они сами исчезают постепенно, которые появились во время беременности. На этом вроде как и говорилось на презентации этой серии, поэтому, девчонки, у кого они не гормональные, кто пробовал, напишите, как вам, чтобы знать вообще хотя бы работает, не работает. А у меня девочка пробовала вот эту серию антиакне, причем она взяла всю, весь комплекс, у нее есть акне, у нее есть высыпание, она очень похвалила. Действительно, кожа стала более ровной спустя там вот даже несколько дней. Меньше гораздо высыпания, они быстро подсыхают. Она хвалила еще крем антиакне локального действия. Сказала, что наносила точечно, и он, да, действительно работает на следующий день. Мера менее выраженный прыщик и подсушенный. Поэтому стоит присмотреться. А я, девчонки, влюбилась в серию Dream Therapy. У меня пока стоит ночная маска, потому что во время беременности мне эта серия не зашла, я от нее спала. Но, может быть, это было совпадение, да, и я побоялась дальше ее тестировать. А сейчас я принимаю душ вечером с расслабляющим крем-маслом. Вот этим. Это блаженство какое-то просто. Этот аромат, и насколько оно крутое, насколько после него мягкое тело, и запах остается на коже, не сильно долго, но тем не менее остается. Поэтому, вы знаете, я прям подсела. Я хочу еще, по крайней мере, расслабляющее крем-масло для душа точно, когда все заснули, пойти спокойно в душ и принять с ним его. Это потрясающе, как самостоятельный продукт. А еще мне понравилось на мочалку тоже наносить. Оно, вот это вот крем-масло, пенится изумительно. Тоже классно работает. Свечку я, конечно, за такую цену брать не буду, но что-то, может быть, из этой линейки интересное возьмем с вами, еще протестируем. Серия Океаном. Думала взять патч, потом нет. Нашла сейчас на Озон за 290 с чем-то рублей. Будем с вами вместе тестировать. Global Oxygen – великолепная серия. Как для возрастной кожи, так и для молодой кожи, как для проблемной. Ну, в общем, она мне нравится во всех планах абсолютно. В плане очищения здесь средства классно очищают. Маска вот эта пенящаяся, тоже я во много раз ее нахваливала. Сейчас использую ее с удовольствием. Мусс – вообще это моя любовь. Как закончатся все муссы, только вот этот. Только вот этот. Смотрим уже на потребности кожи, чего хочет наша кожа. Если у вас еще жара, конечно, продолжаем пользоваться летними кремами. Если уже у вас холодно, то, конечно, переходим на питательные увлажняющие. Карбокситерапия мини-набор будет по очень хорошей цене. Кто не пробовал, можно взять на пробу. Я уже тоже много раз вам говорила, я очень люблю этот комплекс. Он действительно крутой. Хотела у вас спросить про сыворотку для лица антистресс. Почему-то вот слышала отзывы на нее, только не очень хорошие. Говорили, не работает от слова совсем, потому что крем... Блюр я очень люблю, он мне нравится, он мне подошел, я его обожаю, он мгновенно выравнивает, кожа бархатная, в общем, все прекрасно, сглаживает поры, все замечательно, с ним главное не переборщить. Я его очень люблю, у него маленький расход, нужна каплюшечка, быстро разнести по лицу и супер. Девчонки, кто пробовал сыворотку, напишите, какой от нее, пожалуйста, эффект. Так, эликсирчики, на любой продукт скидка 40%, ну, бывали, мне кажется, так, а где, а, вот цена.
Бывали они и подешевле, мне кажется, по 279 рублей. Здесь очень люблю аквалифтинг. Он действительно классный. Наборчики BioGlow. Тоже хорошая очень серия. Для возрастной особенно кожи. Там витамин С. Он борется со старением у нас с вами. Серию с коллагеном хочу попробовать немножко попозже. С ретинолом, потому что мне зашла. Вот реально зашла из этой серии. И сыворотка, и крем. Прям вот я действительно от них вижу эффект. Действительно. От шприца накопительный, возможно, тоже есть. Но больше это такой вот одноразовый эффект. Есть на вашем лице средства, морщин не видно. Нет, на вашем лице средства мылись, их видно. Но в целом мне очень нравится эта серия. И вот хочу еще попробовать коллаген. Больше к холодному времени года. Можно потихоньку запасаться пилингами, потому что сейчас на них очень вкусная цена. Кому не нужно 3 шага, вот мне, например, 3 не нужно. Мне нужно 2. Потому что кремом я из последнего шага никогда не пользовалась. Он мне не нравился. Некоторые девочки его любят. На зиму обязательно берем себе кислотный уход, чтобы кожа всегда выглядела здоровой и молодой. По поводу вот этого набора для ухода за кожей лица я постараюсь снять во влоге где-нибудь обзор на него еще. Я уже снимала давным-давно. Девочки просили повторить, стоит его брать, не стоит. Постараюсь вам отснять, девчонки, показать его в действии, как он вообще работает, надо нам оно или нет. Патчи 40% скидка, даже по программе Like брать их больше не буду. Мне не нравится совсем. Так, на Сиул у нас тут на что скидочки? Да так, особенно ни на что. Да, кушон я в прошлом каталоге по Лайку взяла, он мне очень нравится, я его обожаю. Мне вот его хватит, мне кажется, до весны. Ну, до Нового года точно. NFW, классная серия, тоже вам хвалю. Маски не рекомендую ни эти, ни эти. Здесь практически никакого эффекта нет. Ими не очень удобно пользоваться. И хватает мне лично такой баночки на 3 раза. 600 рублей на 3 раза дорого. Так же, как дорого за эти тканевые маски даже по распродаже. От них я вообще эффекта не увидела. Даже вот как-то лицо у меня выглядело после них почему-то еще хуже. На вербену желтые ценники. Здорово. Там мне нравится очень мицеллярка. Love. Пока шампунь есть, еще скоро буду запасаться. Нужно нам... Я дочери беру эту серию. Вот этот крем она очень любит, пока еще есть. У нас тут новиночки должны быть в конце в серии Love. Про тушь. Нету, нет. А, да, First Class, девчонки, коричневую. Я вам уже снимала обзор. Все ссылки будут под видео. Проходите, смотрите. Я влюбилась в эту тушь. Она у меня теперь на первом месте, а не Miss Girl. Честно вам говорю. У меня коричневая, и это что-то с чем-то. Это действительно крутое удлинение. Вообще никаких комочков. Хоть 25 слоев положи. Вот честно, никаких комочков. Никогда не думала, что тушь с такой кисточкой вызовет у меня такой восторг, если честно. Вот по поводу этой новинки я думаю, потому что мне здесь практически ни один оттенок не нравится, и я уверена, что они неправильно переданы в каталоге. И если брать палетку для рефилов за 300 рублей плюс каждый оттенок за 129 и заполнить 4 оттенками, это выйдет очень небюджетная палетка. Ну, а качество теней Faberlic на самом деле оно не очень. Скажем так, Miss Curl, вот она, дорогая, но без, к сожалению, без скидочки. Поэтому я думаю еще, брать или не брать. Меня вполне сейчас с такими же оттенками устраивает вот эта палетка. Она шикарная. Так, какая на нее у нас цена? 649 плюс скидка 500 с чем-то рублей. И здесь 6 оттенков, да? Вот эта вот теплая. Она обалденная. Вот этот оттенок у меня всегда в ходу, я вам показывала. Вот этот сейчас тоже использую. Она действительно классная. Мне очень нравится качество теней. Они такие бархатные. Поэтому смысл брать еще одну, ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Помадка классная. Совсем не стойкая. Не сказала бы, что прям пудровая. Ну, такой легкий эффект пудры. Она совсем не стойкая, легенькая такая. Но пигментация хорошая. Обзор есть тоже там на оттеночек. Мы с вами брали персиковый нюд. Да, в прошлом заказе. Ссылочка в инфобоксе. Можно посмотреть. Ага, вот такую помадку у нас. Глэмшай. Но я такие не люблю. У меня она стоит, к ней рука не тянется. И сатинки из сатинкис, классная помада. Очень здорово увлажняет. У кого зимой сохнут губы, присмотритесь к этой помаде, пока такая цена. Так, на остальные вроде скидочек нет. Блески я не люблю. Faberlic, особенно вот этот, он очень липкий. От слова очень. Снова пудру распродают. По поводу хайлайтера мы с вами тестировали. Мне очень понравился его оттенок. У меня не подчеркивает ни морщины, ни поры, ничего абсолютно. Просто кто-то писал в отзывах, что подчеркивает. У меня не подчеркивает совсем. Кушон. Мне больше нравится Асюл. Вот этот золотистый бежевый, он такой же по цвету, как Асюл. Но вот этот он как-то посуше. Для идеальной совсем кожи, вот честно. Для идеальной, нормальной, жирной. Да, Асюл тоже для жирной подходит. Как бы в этом плане вообще все отлично. Но он как-то помягче, не знаю. Вот эти кремы по мне не работают. Есть, конечно, легкий разогревающий эффект. Я попробовала с сабельником. У меня был аптечный с сабельником. Тот как-то, ну, мощнее, что ли, скажем так. Гладкие пяточки по 99 будет. Будем запасаться с вами.
нашим любимым кремушком. Витамания по желтым ценникам. Хорошие скидки. Классно, персиком пахнет, пахнет новинки прошлого каталога. На самом деле классно. Но на теле он совсем не остается. И больше пахнет персиком натуральным гель для душа. Мыло как-то вот совсем не так. Дезодорант опять по 89. Надо будет взять какой-нибудь запас. По поводу краски еще не знаю, подумаю. Но я оценила на самом деле ботанику. Ботаника — это вещь. Эксперт у нас будет по 149. Кстати, скидка хорошая. Может быть, и эксперт возьмем. Новинки появляются в уходе за волосами, но я не очень люблю вообще всю эту серию. По мне, она слишком слабая. Лак подвижной фиксации, спрей с морской солью и моделирующий термозащитный спрей. Но моделирующий мне не нужен, хотя вроде как кора. Не знаю, посмотрю. Может быть, и потестируем, конечно. Девчонки, с вами для хвоста, смотрите, какая приблуда. Кто делает такие хвосты? Можно взять. Потому что лак вот этот, ну, вообще никак вот стоит без дела, честное слово. Наборы Арису по хорошим ценам, да, и почему-то здесь нет новинки прошлого каталога белого, да, шампуня. Он на сайте есть, то есть если вы хотите его заказать, вы можете его заказать, почему-то нет в каталоге. Не знаю почему. Мне очень нравится Арису. Хорошая, достойная действительно серия. Ботаника — масло для волос новое. Сила и энергия, да, которая укрепляет, восстанавливает волосяные фолликулы, то есть оно направлено на кожу головы, именно на фолликулы, да. У меня почему-то вызвало покраснение кожи головы, хотя оно совсем не жжет. Она была вот этот день красной несколько часов. Даже там на каком-то видео с вами было это видно. Не знаю, насколько работает после него, хотя два раза шампунем помыла, потом быстро очень волосы жирнелись. Но как профилактика, напитать фолликулы, мне кажется, неплохо. Желтые ценники на детскую линейку буду запасаться обязательно шампунями, мылом. А также на совсем малышковую тоже желтый обязательно буду брать. Много всего запас, особенно салфетки. По такой цене со скидкой будут очень хорошо. Замечательно, мы им всегда пользуемся. Крем надо взять обязательно на зиму. Скоро и личико можно смазывать, и все. Кетчуп, конечно, повторю. Майонез уже не хочу повторять. Взять Faberlic Light, может быть, суп, потому что у меня суп кончается. Посмотрю, подумаю. Кофе я взяла в банке. Утро мы с вами его тестировали, да? И кофе пока еще я не пробовала. Где он? С орехом. Лесной орех. Лесной орех, в общем. Да, вот он. 167,7. Еще не пробовала. Вместе с вами потом попробуем перемолоть. Смотрите, появляется в том каталоге, мне кажется, уже был белковый. Без вкуса концентрат или в этом новинка, девчонки? Я уже запуталась. Они новинка пишут, три каталога. Вот, и это чисто белок, да, для тех, кто на спорте, для тех, кто мышечную массу, может быть, наращивает. Коктейли у нас будут по желтым ценникам при покупке двух. То есть, смотрите, акция. Не то, что вы возьмете два за эту цену, а вам дадут третий в подарок. Нет, просто они все три будут по вот такой цене, и получится, что вы берете три по скидке, как будто два за 1799. В общем, вот так вот. Не ошибайтесь в этой акции. На самом деле, третий вам никто не подарит. Просто скидка. Батончики новые очень хочется попробовать. Манго обожаю, потому что манго, поэтому возьму. Бадов надо запасаться живицей. Ее сейчас разберут. У меня просто есть три или две баночки в запасе. Надо проверить свои запасы. Ребенку сейчас начала уже давать перед школой, чтобы иммунитет как бы немножко, да, простимулировать, чтобы не болеть каждые две недели, скажем так. И чай бронха. Тоже это все дело стоит. Так, а где же наши с вами новинки? Не сильно много их, конечно, в этом каталоге. Совсем не сильно. Венчик недешево, да, и гейзерная кофеварка недешево. У Кати Матис на нее обзор, кстати, есть. Даже со скидкой как-то вот совсем-совсем недешево. Но это не новинки. Это у нас уже с вами в прошлом году для рыбы было, да. Мы такое уже помним. А ручной отпариватель за 4000, ну, это вообще, девчонки, простите. Я не знаю, он у меня рублей за 700 ручной отпариватель, он великолепный. Это не самый дешевый, я брала средней ценовой категории. За такую цену я отпариваю, я знаю в них толк. И еще с вот такой вот щеткой, я не знаю. Нет, это перебор, это однозначно перебор. Из серии «Дом» я пока запасы набрала, у меня есть, но, может быть, еще пополню запас у порошка, но здесь у нас обновили пятновыводителей. Так как я с ними не подружилась до перевыпуска, скорее всего, возьму, будем с вами тестировать. И жидкий, и спрей. Посмотрим. Может быть, сейчас и правда они будут сильнее работать. Очень интересно. Так, 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 что тут у нас еще новенького? Ну, перевыпуск для туалета, да. Перевыпуск крема чистящего. Ну, мне вообще не нравится крем-паста для чистки. Его так тяжело потом с поверхности смывать. Хотя некоторые девочки любят пользоваться. Это, наверное, вот кто к чему привык, да, скажем так. Тут у нас колготки, одежда. В конце вот у нас новинки. Костюмы такие велюровые, да. Бархатные, велюровые, детские, взрослые. Ну, мне не очень нравится. По дому ходить на улицу я в таких не пойду. Малиновый мишка.
сквиш, папка, как пенальчик, магнитные закладки, ластики. Я это брать не хочу, я это уже все накупила ребенку. Кружечка, ланчбокс нам ни к чему, нам школа не разрешает брать еду, у нас там кормят. А вот эти новинки, конечно, возьму. Но мыло брать не буду твердое, потому что у нас никто им не пользуется. Детский шампунь, бальзам обязательно возьмем. И детский гель для душа. Катюш Матис тоже сказал, что они пахнут как бьюти-кафе с малиной. И крем тоже возьму. Пусть мажется. Впереди холода, надо кожу увлажнять. Лапки Лапрос продают. Ну и все. Классный будет, кстати, подарок для новичков. Это как раз пилинги, как раз к холодному времени года. Очень отличный, замечательный подарок. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. А я надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Пишите, что вы будете брать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.